Всем привет! Вы на канале Мир Людей. Перед просмотром видео не забудьте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео на нашем канале. Многие зрители знают Светлану Иванову по таким проектам, как «Тест на беременность», «Девятая рота», «Четыре таксиста» и «Собака 2», «Отец», «Дом солнца» и другие. Внешне Светлана милая хрупкая девушка. Сложно представить, что на деле у нее очень пробивной характер. Она всегда добивается того, чего хочет. Первую популярность она обрела еще в студенчестве. Тогда ее романы обсуждались всем вузом. Но все эти отношения были лишь краткосрочными увлечениями. Позднее девушка сблизилась с оператором Вячеславом Лесневским. Между ними возникли по-настоящему серьезные чувства, но до свадьбы так и не дошло. В 2012 году вышел фильм Джаника Фазиева «Август 8», в котором Светлана Иванова снялась в главной роли. На съемочной площадке все бурно обсуждали роман женатого на тот момент режиссера со Светланой. Его необычное отношение к девушке тогда было заметно. Но свои отношения они скрывали. В скором времени выяснилось, что Светлана беременна. Были разные догадки касательно того, кто является отцом ребенка. В 2012 году у нее родилась дочка. Ходили слухи, что отец девочки Вячеслав Лесневский, к которому актриса решила вернуться. Сама она не давала на этот счет никаких комментариев. Все выяснилось, когда женщина появилась на кинофестивале с Джаником Фазиевым. Тогда и выяснилась правда об их отношениях, которые они старались скрывать. Сам режиссер был женат на Алине Эспи, которая родила ему 2 детей. Естественно, потом они развелись. 2 года назад Светлана родила от Джаника еще одну дочь, которую назвали Мирой. Фазиев развелся с женой только через год после того, как все узнали о его отношениях с Ивановой. После этого возлюбленные поженились, однако свадьбу свою афишировать не стали. Сейчас Светлана продолжает много работать. Она осталась в хорошей форме, несмотря на то, что родила 2 детей. Если вам понравилось наше видео, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. Также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о новых видео на нашем канале. Всем пока-пока!